Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов сегодня является одним из ведущих вузов нашей области. В течение учебного года в университете проводят различные спортивные и научные мероприятия. И, конечно, здесь не могли не отметить 9 мая, 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Шымкент қаласында орталығында 6 ғимаратымыз, оқу ғимаратымыз бар. В Шымкенте у нас есть 6 новых зданий. Все лаборатории и классы полностью оснащены. Мы обновляем базу каждый год. На концерте были разыграны сертификаты, которые дают право учиться с 50% и со 100% скидкой. К слову, тех, кто стал счастливым обладателем сертификата на бесплатное обучение, оказалось немало. Среди них и ученик 11 класса одной из школ города Халидин Альпадшаров, который смог ответить на вопросы о Великой Отечественной войне. Я сегодня выиграл 100% грант в этом университете. Хочу всех поздравить с этим замечательным праздником 9 мая. Пусть у всех будет все хорошо. Желаю всем счастья и успеха. Студентов и ветеранов Великой Отечественной войны поздравил артист казахстанской эстрады Жолбарыс Сейфуллин. Руководство Казахстанского инженерно-педагогического университета Дружбы народов планирует и дальше призывать своих студентов участвовать в таких патриотических мероприятиях.